Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой. Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Клемента использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй, собираешься нажать на курок? Ну, давай. Чего ты ждешь? Вита, давай убьем подонка. Помни, о чем мы говорили, Джо. Ты забьешь раз. На это? Давай! Два. Ну! Я захожу! И это все, чем меня порадует? Ой, не берите! Кто-то попал! Тихо. Я тебе башку к чертям от... Молодец, Вита! Я лучше всех! У тебя нет шанса! Их там всего двое. Я посмотрю на тебя. Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... это для меня. Пошел ты! Думай, хрен. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. Так, о чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капо. Даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 баксов должен. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали, навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Так что там за тайны? Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил.